этой зимы в концертном зале Крокус Сити Холл состоялась премия «Высшая лига». И, конечно же, новое радио является главным героем этого события. Я предлагаю прямо сейчас узнать все подробности на Европа Плюс ТВ. Премия нового радио началась с грандиозного открытия. Это было похоже на начало фантастического фильма. Люди в скафандрах вышли на сцену, чтобы установить главный флаг премии. Как выяснилось, один из космонавтов оказался популярный шоумен Дмитрий Нагиев, который вел саму премию. Сегодня мы открываем первую всероссийскую премию нового радио. Высшая лига, добрый вечер! Артисты, которые попали в высшую лигу, получили от нового радио главную награду – сладкоголосую сирену, которая олицетворяет прекрасный и, с другой стороны, опасный мир российского шоу-бизнеса. Мы думали, как нам отметить годовщину нового радио. Артистам приятно будет выйти и получить свою пятерку, тем более честную, справедливую. И аншлаг сегодня в Крокус Сити Холл доказывает, что эта премия вызывает очень большой интерес и, главное, доверие. И не хотелось бы этого доверия как-то лишиться и растерять его. Парадокс нового радио заключается в том, что в плейлисте станции гармонично уживаются, к примеру, «Время и стекло» и Стас Михайлов, Нюша и Филипп Киркоров. Во-первых, нам приятно, что нас пригласили. Да. Тем более, мы не просто так приехали, а мы приехали забрать кое-что, правильно? Да. Нам же должны что-то подарить. Новое радио дает дорогу новым артистам. И это очень хорошо. Мне кажется, что сегодня... Да и, в принципе, как и всегда, нужно поддерживать молодых. И там очень много новой, хорошей музыки, это очень радует. Это самое главное. Всего. Я думаю, что это очень рискованно было взять на себя такое название «Новое радио», поэтому именно сегодня они нам должны показать и доказать, почему они новые. Посмотрим. Первая премия, она будет действительно с претензией на то, чтобы ее обсуждали. В том числе и все артисты, которые попадают к нам в эфир «Европа Плюс ТВ», мы, конечно же, учитываем, как у них развиваются музыкальные композиции на других радиостанциях, поэтому нам это важно. Среди артистов российских уже ходят слухи, что если вот артист получил такую статуэтку, обязательно к нему протянутся люди, которые должны ее потереть. И такая рано или поздно к нему прилетит. Проверенная история. Это следующая ступень. Это отправная точка, очередная отправная точка, которой в нашей жизни очень много будет и уже было. Поэтому это большой бонус. Нам год, и мы уже в них ходим, то есть и будем сейчас бежать все дальше и больше по стране. То есть я пришел, можно сказать, на корпоратив. Да, я пришел на корпорат, и чему несказанно рад. Теперь российский шоу-бизнес немного обновился. И новой премией, и свежими песнями, и, конечно же, новым радио. Это был выпуск Hot News на Европа Плюс ТВ.